В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН задержали 48 человек. Все они имеют отношение к верхушке преступного мира. Приезжие из Уфы, Челябинска и других городов России собрались, чтобы обсудить новый передел криминального рынка. У нас появилась информация о том, что в городе Екатеринбурге собирается большая сходка именно авторитетных в криминальной среде лиц. На данной сходке решался вопрос о назначении от азербайджанской диаспоры смотрящего на Свердловскую область. Этот человек тоже был задержан. В ходе досмотра личных автомобилей были изъяты травматические пистолеты, несколько единиц холодного оружия и бейсбольные биты. Задержанные были доставлены в полицию для дактилоскопирования и проверки на причастность к совершению преступлений на территории региона.